А в немецком городе Гамбург посольством Узбекистана ФРГ совместно с Государственным комитетом по развитию туризма был проведен экономический форум. Участниками мероприятия стали представители деловых и финансовых кругов Германии, заинтересованных в развитии взаимовыгодного делового сотрудничества с Узбекистаном. Это не первая встреча деловых кругов Узбекистана и Германии, где обсуждаются перспективы развития двустороннего сотрудничества. Особый интерес вызвали созданные в стране благоприятные условия для ведения бизнеса. Была проанализирована деятельность действующих в Узбекистане немецких компаний. Рассмотрен экономический, инвестиционный и туристический потенциал. Участники форума были проинформированы об осуществляемых мерах в стране по модернизации промышленных предприятий, дальнейшему совершенствованию делового климата и приоритетных направлениях партнерства. Сегодня в Германии число компаний, заинтересованных инвестировать в экономику вашей страны или открыть свой бизнес, увеличивается. Узбекистан имеет для нас приоритетное значение. Мы обсудили возможности финансирования инвестиционных проектов. Одна из страховых и инвестиционных компаний очень активно ведет свою деятельность в Узбекистане. Только в прошлом году мы кредитовали проекты на 650 миллионов евро. Потенциал взаимодействия в этой сфере действительно впечатляет. Три года назад мы открыли свой офис в Ташкенте и очень рады сотрудничать с Узбекистаном. Будучи убежденным в эффективности взаимодействия, я призвал всех участников форума смелее инвестировать в вашу экономику. Это не только страна для ведения бизнеса, но и для достойного проведения отдыха, так как республика чрезвычайно богата туристическими достопримечательностями. Я хотел бы отметить возможности Узбекистана в сфере туризма. Введенный с 15 января 2019 года, безвизовый режим способствует большему привлечению иностранных туристов. В этот же день состоялась и встреча с теми, кто на протяжении определенного времени обучаются и живут в немецком Гамбурге. Они, в свою очередь, выразили готовность активно поддерживать усилия по дальнейшему повышению туристической привлекательности нашей страны.